Здравствуйте, уважаемые телезрители ТВ «Пенза». Сегодня снова в эфире «Музыкальный момент». И я, автор и ведущий этой программы, Александр Серебряков. Сегодня тема нашей программы – рок-музыка. И сегодня у меня в гостях лидеры известных групп в нашем городе Пензе. Я думаю, не только в Пензе. Это «Малыш и Гулливер» Сергей Михотин и «Дубровский бенд» Дэн Издольный. А также мой давний друг, поэт, художник-дизайнер Юрий Быков. Вернее, первый вопрос. Раз уж мы сегодня здесь, так сказать, ведем беседу в виде диалога, я попрошу как бы друг друга, если можно, дополнять. Первый вопрос такой. А вот рок-музыка, она как бы изначально, есть что-то, так скажем, из нового течения сейчас какой-то популярной музыки? Да нет, ну тут все ясно сразу, что это, естественно, этническое это направление, то есть нормально. То есть первое, что в роке есть, это ритм, правильно? Ну да. Вот. Естественно, то есть изначально, когда были всякие, что в Африке, что у нас здесь, короче, изначально это был шаманизм как таковой, то есть определенный повтор. То есть бубен, да, бубен бил. Определенный повтор каких-то определенных ударов. И, естественно, отсюда уже можно плясать. То есть истоки рока, это естественно. То все-таки это было создано в противовес чему-то. Хотелось зрителям нового что-то услышать. Допустим, была классическая музыка, Моцарт, да? Или из-за того, что электрогитара появилась? Вот и пошел. Нет, мне кажется, что здесь первично вот отражение момента, отражение времени. Просто время на рубеже веков, оно очень сильно стало меняться. То есть уже технический прогресс, он стал строить совершенно другую жизнь. И вот особенно две мировые войны, они, по-моему, сильно изменили сознание. И здесь уже началась активная какая-то вот культурная революция, скажем. И вот эта культурная революция... Ну, это, 60, это наверное, 50-е после войны, да. Но как в прессе вообще идут разговоры, что все равно все идет с Запада, правильно? Появились Rolling Stones, Битлы и так далее. А уже мы повторяем рок-музыку, ну, за ними, скажем. Серега. И они задали тон в свое время, а мы, люди... Живем в России, а у нас в России ведь все по-своему иначе. У нас поэт в России больше, чем поэт, в том числе и музыканты. То, что у нас, у них отталкивается от музыки, у нас отталкивается от текста. Если мы переведем, что поют, что поют, на что поют американцы, англичане, то нам очень много не понравится. Я вот клянусь вам, что там они, как они все подают. У нас все от слова, у нас свое, своя тема. Они нам, как говорится, дали, вот это вот изначально показали, как можно. Энергетику самую. Да, конечно. И еще рок-музыка, это, конечно, и протест плюс. И много еще чего. Самовыражение молодежи, чего не было никогда. Эксперименты. Все это здесь есть. Там, допустим, если в классике, там строгие законы. Как бы два направления рока. Это Битлз и Роллинг Стоунс. Один вот шаманский как раз рок, который роллинги, ну, да? И какой-то более такой... Окультуренный, скажем так. Не, я даже не знаю, как попробую вот подобрать. Возврат. Битлз, нет, вот не в этом дело, короче. Вот возврат. Вот говорят, с Запада пришло, типа мы взяли, да? А сами-то они куда повернули потом? На восток? И стали использовать Рави Шанкаровские индийские темы, да? Да. Все-таки в любом случае духовный рост у них шел. То есть поначалу, как таковое, рок-музыка, да? Вот что она дает? Она дает молодежи, то есть она идет на упрощение сначала, да? То есть мы вот слышали там что-то такое, давайте-ка мы упростим. Ведь как она возникла, рок-музыка? Чак Берри услышал блюз, который был очень сложный. Вот. Он его услышал, когда включил пластинку, которая идет там на, скажем, на 45 оборотов, да, вот она идет, вот что-то такого плана. Он ее на 78 включил. И там получилось вот это вот. Два раза быстрее. Да. Упростилось, и он это все дело использовал. Вот. Сначала это все, естественно, давало энергетику, и народ, он, в принципе, на это шел, когда человеку, ну, сразу трудно постичь гармонию, скажем, того же Моцарта, правильно? Ну, есть такое изречение, как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот название ваших групп, Дубровский бенд, Малыш и Гулливер, оно как-то, так сказать, соотносится? То есть на сегодняшний день, на сегодня. Малыш и Гулливер, это же герой детских книг, а мы все родом из детства, вот. Там Малыш там, и Карлсон, а тут Малыш и Гулливер. Это вот как ребенок, он непосредственно смотрит. Юрия Быкова, который присутствует здесь, называется песня «Я бродил по городу». В исполнении бенда «Малыш и Гулливер», «Дубровский бенд» и студии «Венец». Я
году. И был я одинок, плыву так сону, раздвину дождь, руками вар. А дождь идет на тротуар, а дождь идет с приди домой. А я пробор, совсем промок. Ну и, наверное, куплет от группы Дубровский Бэнд. Что-нибудь такое? Куплет от Дубровского Бэнда, что же? Я попробую что-нибудь так сказать. Да, не договариваюсь. Да. Значит, неожиданно сразу стреляет. Постоянно с нами. Помогает нам, поднимает нас вверх, опускает. Об этом поет сейчас Красавчик Бэнд, Малыш и Гулливер, Александр Михайлович, Дэн Дольный, ну Юра. А с нами? Я помню. В подъезде там. Ладно, пробуй. Звездам поближе, выше и выше, не на ракете, в лифте мы едем. Лифт — это чудо, он всегда рядом. Лифт оставляет нас куда надо. Лифт — это мощь, это драйв, это дрифт. Начал движение, вызови лифт. Ах, если бы лифт вез меня на работу, никаких пробок, гаи пешеходов, денег не нужно платить за бензин. В лифте приехал я как господин. Лифт — это мощь, это драйв, это хит. Начал движение, вызови лифт. Да. До свидания, уважаемые телезрители ТВ Пенза. Это был музыкальный момент. Любите музыку.